Друзья, в этом видео мы научимся с вами делать слайд-шоу из фотографий в стиле маятника. Вы такое наверняка видели в Инстаграм, в историях или в Reels, в коротких роликах шортс на YouTube, в ТикТоке, и я покажу, как это делается. Это совсем не сложно, и работать мы с вами будем в приложении CapCut, которое, ну, во-первых, бесплатное, а во-вторых, оно доступно и бесплатно. Как для Android, так и для Apple. На YouTube нельзя использовать музыку с авторскими правами, поэтому для урока мы будем использовать музыку без копирайта. А после того, как вы освоите этот метод и поймете, как это все работает, вы сможете взять аудиодорожку из популярного Reels в Instagram, как вытащить звук из Instagram и наложить на него свое видео или слайд-шоу, я рассказывал в одном из своих видео. Ссылка на него будет в описании и закрепленном комментарии под этим роликом. Также я вам отдаю плейлист в виде скана самых популярных мелодий именно для Reels по версии Яндекс. Итак, друзья, вы на канале Art Photo Life. Меня зовут Серджио, и поехали! Если ты хочешь стать обладателем пресетов уровня Pro и вместе с этим поддержать развитие канала Art Photo Life, ты можешь приобрести эксклюзивные наборы авторских пресетов со скидкой аж 65%. С примерами обработки можно ознакомиться в моем Instagram. Нужны подробности? Напиши мне в чат инсты, и я отвечу на все твои вопросы. Все ссылки в описании. Выведи ретушь своих снимков на новый продвинутый уровень. Итак, друзья, кликаем CapCut, кликаем новый проект, выбираем фото. Теперь нам нужно выбрать изображение, и они будут отображаться в слайд-шоу в том порядке, в котором мы их выберем. Кликаем «Добавить». Теперь у нас внизу появилась надпись «Добавить аудио». Кликаем на нее. Теперь, друзья, в левом нижнем углу кликаем на «Звуки». Внизу видим две папочки «Извлечено» и «С устройства». Нам нужно выбрать «С устройства». Теперь кликаем на «Поиск». Находим нашу мелодию, которой я с вами поделился. Вот оно. «Jericho Landscape». Кликаем «Плюсик». Теперь нажимаем на треугольничек «Play». Слушаем мелодию. У нас идут однообразные звуки, под которые мы будем подгонять маятник. Потом появляется вот такая дудочка. Нам это не нужно. И мы эту дудочку обрежем. Как вы видите, посередине у нас находится курсор. Этот курсор у нас показывает то место видео, которым мы можем управлять. Например, обрезать. И это мы с вами сейчас и сделаем. Итак, я выбираю то место, где начинается звук, который уже не нужен. Подгоняю курсор под это место. Теперь я кликаю на аудиодорожку. Она выделилась у меня вот таким белым цветом. Теперь внизу я нажимаю на «Разделить». Дорожка у меня поделилась на две части. Мне нужно удалить правую. Кликаю на правую часть. Появился вот такой белый значок. Внизу корзинка. В правом нижнем углу кликаем «Удалить». Теперь, друзья, как мы видим, у нас каждая фотография по умолчанию встала на 3 секунды. Нам необходимо подтянуть изображение таким образом, чтобы они менялись в момент бита. Бит происходит там, где у нас на аудиодорожке на гистограмме самая высокая область, самая широкая. Вот сюда я подгоняю курсор. Здесь у нас будет происходить смена изображения. Теперь кликаю сверху на фотографию. По бокам появились вот такие вот полосочки. И я подтягиваю аккуратно, и она должна примагнититься к курсору как магнит. Замечательно. И, друзья, если между битами вашей аудиодорожки очень мало расстояния и вам неудобно работать, вы можете двумя пальчиками всегда растянуть ваш видеоряд, и вам будет проще и удобнее работать. То же самое я делаю дальше с каждым изображением. Выставляю курсор и подтягиваю изображение. И теперь, друзья, самое последнее изображение мы ставим в самый конец клипа. Подгоняем курсор под конец аудиодорожки, кликаем на фотографию и подтягиваем в конец. Так, друзья, теперь обратите, у нас есть такой вот хвостик, концовка, она стоит по умолчанию. Это нам не нужно, реклама этого приложения. Давайте мы его удалим. Слава богу, это приложение хоть и бесплатное, но такую возможность нам дает. Кликаем на концовка, и вот этот вот отрезочек, этот кусочек мы также удаляем. Кликаем удалить. Теперь, друзья, нам необходимо добавить эффект маятника. Как мы с вами делаем? Мы выставляем курсор на первое изображение. Давайте кликнем с вами
на него вот таким вот образом. Оно у нас обвелось в экране вот такой зеленой рамочкой, значит, оно активное и с ним можно работать. Кликаем внизу на анимация, выбираем комбо, выбираем маятник 1. Дальше выбираем клип 2, маятник 2. Ставим на третий клип, маятник 1, маятник 2. Маятник 1, маятник 2. 1 и 2. После чего кликаем галочку. Теперь это приложение дает нам изменить обложку. Кликаем слева на значок «Обложка», и я могу выбрать обложку из какого-то фрагмента своего видео или могу загрузить фотографию. Я выберу, пожалуй, фотографию. Вот такая обложка меня устраивает больше. И кликаем «Подтвердить». Нажимаем «Сохранить». Сверху можем выбрать размер изображения. Я оставлю 1080p и 30 кадров в секунду. И кликаем на стрелочку «Происходит экспорт». Видеоролик сохранился. Кликаем «Готово». Давайте, друзья, мы посмотрим, что в итоге у нас получилось. Если мы допустили какую-то ошибку, наш проект сохраняется в CapCut, и мы можем сюда внести соответствующие изменения. Если нас все устраивает, переходим в Instagram и публикуем наш Reels в Инстаграме. Кликнем на плюсик. Внизу выберем Reels. Добавить. Нажимаем «Далее». Вводим сюда описание, обращение к вашей аудитории, необходимые вам хэштеги. Далее выбираем «Поделиться в ленте» или «Нет». И кликаем «Поделиться». Работа закончена. Наш Reels доступен широкой аудитории. На сегодня это все, друзья. Если видео вам понравилось и было полезным, то лайки от вас для меня – это приятное вознаграждение за мой скромный труд. Делитесь в комментариях вашими успехами и не забудьте подписаться и продавить колокольчик. Это поможет вам получать уведомления о новых уроках по обработке фотографий, видео и созданию интересных слайд-шоу. С вами, как всегда, был Серджио и фотошкола Art Photo Life. Творческих вам высот, друзья, и крутых рилс. До следующих видео. Всем пока!